Мы сегодня увидели здесь крутых парней. Они показали нам все, чем ценятся боевые искусства. Разнообразную ударную технику, замечательную борьбу в партере, блестящие броски. Но самое главное, что они нам показали, они продемонстрировали мужество, характер, дерзость. Спасибо им большое. Давайте их еще раз поприветствуем. Я хочу сказать большое спасибо и нашим ребятам, и нашим друзьям из разных стран мира. Они приехали за 39 земель, за 1000 километров, чтобы здесь продемонстрировать нам свое мастерство. Это одна семья. Мы всех вас любим. Мы ждем вас всех в гости и надеемся, разумеется, всегда на победу наших. Особые слова благодарности организаторам. Спасибо им за то, что они сочетают спорт с любовью к нашей родине, к России. Всех вас поздравляю с блестящими поединками и победителей, и ваших партнеров. Спасибо вам. Мы сегодня увидели здесь крутых парней. Они показали нам все, чем ценятся боевые искусства наших. Особые слова благодарности организаторам. Спасибо им за то, что они сочетают спорт с любовью к нашей родине, к России. Разнообразную ударную технику, замечательную борьбу в партере, блестящие броски. Но самое главное, что они нам показали, они продемонстрировали мужество, характер, дерзость. Они приехали за 39 земель, за 1000 километров, чтобы здесь продемонстрировать нам свое мастерство. Это одна семья. Мы всех вас любим. Мы ждем вас всех в гости и надеемся, разумеется, всегда на победу. Спасибо им большое. Давайте их еще раз поприветствуем. Я хочу сказать большое спасибо и нашим ребятам, и нашим друзьям из разных стран мира –